Всем добрый день, рады приветствовать вас на Озон Cyber Cup. Guys, меня зовут Леонард, а это первый киберспортивный турнир среди всех-всех сотрудников компании и юнитов Озон. Вот, собственно, да, мы помним с вами прошлые два года, когда мы проводили турниры только для одной компании Озон. Это был Озон Тех. Но вот теперь мы с вами присоединились сотрудники из Озон Фреш, Озон Глобал, Тревел, ну и, собственно, другие. Соответственно, количество команд и участников у нас возросло многократно. На групповом этапе дисциплины CSGO было сыграно 100 встреч в формате Best of 3 и приняло участие 44 команды. В дисциплине Dota 2 приняло участие 37 команд и было сыграно 68 Best of 3 встречи. Вот. А индивидуальная дисциплина Hearthstone Battleground собрала более 100 участников на отборочном этапе. Я боюсь представить вообще, сколько всего было сыграно карт, игр и так далее. Тут можно сложить, конечно, но сами понимаете. Вчера команда и игроки провели заключительные игры перед стартом наших сегодняшних трансляций. Собственно, в дисциплинах CSGO, CS2, то есть CSGO это уже не CSGO, да? CS2 и Dota 2 были сыграны стадии 1-8, 1-4. Ну и в Hearthstone Battlegrounds 32 сильнейших игрока, собственно, определили восьмерку достойнейших, которые сегодня будут бороться за звание чемпиона. А теперь давайте к нашей дисциплине. У нас сегодня Dota 2, у нас сегодня полуфинал и финал. Вот. Слышите меня? Все хорошо? Guys, если вдруг, кстати, сразу хочется сказать, если вдруг что-то не так на стриме, что-то не так со звуком, сейчас акулы вам покажут, да, безусловно, кто-то точно что-то покажет. Так вот, если что-то не так, пишите, пожалуйста, в чат. Да, у нас задержка 6 минут, да, отвечать буду не сразу, но я с радостью хочу и буду с вами общаться. Если вдруг что-то надо поправить, я поправлю. Да, задержка 6 минут, все по стандарту. Никса посмотреть не получится там и так далее. Вы сами понимаете, я думаю, о чем я говорю. Вот, а давайте теперь, собственно, к нашим сегодняшним матчам. У нас полуфинал, первый матч Best of 3. Это Озон Шаркс против Гигазон Сквад. Ну и, собственно, давайте немножко пройдемся по этим командам. Собственно, общая информация. 37 команд были разделены на 8 групп по 4 или 5 команд. Внутри каждой группы команды играли друг с другом по одному разу. Первые и вторые места групп прошли дальше в 1/8 финала. Single Elimination, собственно, формат плей-оффа. А затем победители сыграли 1/4 финала и определили четверку команд, которые сегодня сразятся за звание чемпиона Cyber Озон Cup. Смотрю в чатик. Утречка, где можно посмотреть, что за команды такие? О, у меня табличка в Excel. У вас, ну, я думаю, что если вы коллеги, рассказывайте, кстати, за кого будете болеть. Может быть, ваши друзья, может быть, ваши коллеги, может быть, еще кто-то. Так, давайте посмотрим, как там у ребят. У ребят начинается потихонечку стадии пиков банов. Там первая. Сейчас мы туда отправимся. Короче, Гигазон Сквад. У них 6 игр, 6 побед. Разница по картам 12-1. То есть одну карту всего дали господа из Гигазон Сквад. Озон Шаркс — это их оппоненты. Собственно, мы помним команду Озон Шаркс в турнире компании Озон Тех. В прошлом году, что в весеннем, что в осеннем внутреннем турнире, они становились победителями среди сотрудников Озон Тех. На этом турнире пока идут также уверенно. 5 игр, 5 побед, ни одной проигранной карты. Пу-пу-пу, да? Да, я думаю, что матч нас ждет в любом случае очень интересный. Одна команда отдала всего одну карту, вторая команда, кстати, я в перчатке, смотрите. Попозже вам расскажу, почему. Спрашивайте, если хотите, я точнее тогда расскажу, если не хотите, не буду. Вот, собственно, матч у нас очень интересный, команда очень сильная. Очевидно, Best of 1, ой, я говорю, Single Elimination. В Single Elimination только сильнейшие проходят, потому что второго шанса не бывает. Другое дело, что у Озон Шаркс 0 проигранных карт. Ну, что ж, посмотрим, что из этого получится. Собственно, какие у нас призы? Третье место получает кубок, медали и брендированные коврики для мыши. А это мы любим, кстати. Второе место получает кубок, медали и брендированные киберспортивные джерси для того, чтобы быть настоящими киберспортсменами. Ну а первое место получает кубок, медали и брендированные худи. В середине марта призеров ждет, кстати, церемония. Так что следите за Дискорд-каналом. Важная информация на нашем Дискорд-сервере. Там вы все узнаете, а нам потихонечку пора уже отправляться на стадию пика банов. Да? Да, давайте потихонечку будем туда
Мне зачем-то кто-то звонит. Не надо сейчас звонить, спасибо большое. Так, давайте переходить на стадию пикабанов. И... Сейчас мы совсем скоро там уже окажемся. Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Сань, я бы с радостью с тобой поговорил, но сам понимаешь. Поехали. Так, что у нас здесь? Давайте смотреть. Собственно, все мы знаем мету. И, кстати, хочется отметить, что фантомочка сейчас не самый метовый керри. Так. Позвольте я кое-что отвечу. Голосовухой, как я люблю. Да, все прекрасно. Спасибо большое, что переживаешь за меня. Ладно, продолжаем. Так, Озон Шаркс у нас забанили на данный момент Дума, Тайтхантера, Кентавра. Метовые хардеры, все понятно. Дум должен улетать в первый бан, все мы это знаем. Здесь все довольно очевидно. Лич, Тимберсоу также у них находятся в бане на данный момент. Собственно, Гигазон Сквад. Тинкер. Тинкера боятся. Наверное, респект бан какой-то. Я думаю, смотрели игры прошлые своих оппонентов. Магнус, Абаддон, ВРК, Vengeful Spirit. Вот, собственно, да. А из пиков вы сами видите у себя на экране. Это Тусик Фантомка, Найтсталкер. Скорее всего, Тусик 4, Найтсталкер 3. Собственно, Фантомка единичка. Гримстрок, Дизраптор, Акс, Луна. Вот такие вот пики у нас на данный момент есть. Луна наверняка будет стоять с Дизраптором, Гримстрок с Аксом. Очень сильные лайны, кстати, стоит это отметить. Вот, и... ну, пока на данный момент это все, что у нас есть. Давайте смотреть, что же будут команды делать дальше. А я пока подготовлю для нас уже непосредственно худ в самой... игре. Что же команды будут брать? Ну, тут, очевидно, нужно взять пятерку и мидера для Озон Шаркс. Ну, и открыть осталось только мидера для Гигазон Сквад. Вот. Интересно, будут ли наши команды показывать уровень игры как тир-1? Знаете ли вы, не знаете ли вы? Но сегодня, параллельно с нашим великолепным турниром, идет еще один. Вот. И хотелось бы, конечно, увидеть примерно настолько же сильную игру от коллективов, которые у нас сейчас представлены здесь. Собственно, Винтер Виверна, это, ну, я думаю, что это все-таки не мидер. Да, мы знаем, что Виверну любят брать в мид на корпозицию, но это скорее... это скорее результат матчмейкинга, знаете, вот это вот decision-мейкинга в матчмейкинге, когда ты хочешь просто пойти соло выигрывать. В дискорде турнира после группы 1-8, потом 1-4. Ну да, все именно так, я что-то не так сказал, бывает. Мы все знаем, что после 1-8, 1-4. Неужели заговорился? Ладно. Вайпера забанили, не хотят, чтобы Вайпер стоял мид. Кого контрит Вайпер? Вайпер, блин, много кого контрит. На самом деле, с ним очень неприятно стоять. Может быть, даже Хускара увидим? А? Хускара? На ласт пик? Это грязь, конечно, та еще. Не слышно? Что не слышно? Почему не слышно? Проверяю себя сразу же. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Так. Раз, два. Нет, все прекрасно. Обманываете меня. Ну вот, стандартный чат на Твиче. Ладно, хорошо. Собственно, last pick у нас для команды Dire. Это Гигазон Сквад. Что же будет? Забанили Арквардена, забанили ОД. Угу. Ну, ОД, в принципе, так-то может кого угодно победить на своей линии, если это интовик, конечно, какой-то, если это не снайпер, грубо говоря. Вот, но в целом ОД хороший лайнер, конечно. Лайнер корабль. Линия, лайнер. Да ладно, я рофлю.
Так, надо забанить еще какого-то мидера. Очевидно, сейчас будут мидера банить Озон Шаркс, потому что внизу позицию 2 сейчас не видно. Кстати, очень нравится флаг Гигазон Сквад. Не то чтобы мне меньше нравится флаг Озон Шаркс. У них он просто более серьезный. Внизу ребятки зарофлили. Да, но мы в группе ни одной игры не играли. Понимаю. 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 Так, а это алхимик. Пу-пу-пу. Должно быть, это медовый алхимик. Ну, это либо медовый алхимик, либо медовый найсталкер. Либо это может быть алхимик тройка, найсталкер мид, короче, ну, как я уже сказал. Либо наоборот, алхимик мид, найсталкер тройка. Конечно, есть маленький шанс того, что... А что случилось? Дота, привет, верни героев, Габен. Спасибо, возвращай, пожалуйста, куда герои делись? Пу-пу-пу. Ладно, мы видим пик, мы видим, что тут есть Тускар, Фантомка, Найсталкер, Винтервиверн, Алхимик для команды Radiant. Алхимик в теории может стать четверкой, конечно, если ему сильно захочется. Ну, если точнее, капитан приказал, скажем так, или команда вдруг так решила. Не понимаю. Габен, верни героев. Инвокер. Ага, а Инвокер у нас, короче, на карте соло играет. Все, я понял. По крайней мере, так выглядело. Ладно, ничего, бывает. Дотка в бете, все мы это знаем. На комментаторе какой-то дотер или кто? Какой-то дотер. Какой-то дотер. Какой-то дотер, какой-то комментатор, знаете. Да, есть такое. 7000 часов игры в доте. Они, знаете, бесследно не проходят ни для кого. Вот. Начинаешь связываться с... рядом стоящими, так сказать, сферами. Рядом с этой компьютерной игрой. Гайз, поднимайте щиты, скажите, за кого топите, чтобы я понял, за кого мне притопить в ответ. Ладно, это все шутки. Поехали, потихонечку загрузочные экраны, все классно. Вкачивали батл пассы себе, я вижу, да, каких-то там годов. Я уже не помню, какого это года батл пасс, кстати, с Рошаном. Поехали, 3-4, раз-два, раз-два, 4, вперед. А где? А куда? А зачем? А что ты сделал? Ну вот. Пупуру, пупуру. Верните нам игру. Ладно, давайте пока здесь. Так, раз, два, три, четыре. Оп. Так, ну смотрим. У нас действительно медовый алхимик. Можно зацепить его... Ого, вот такая вот у него сборочка планируется. Короче, он хочет сделать себе быстрый Soul Ring. Ха. Интересное решение, в принципе. Ну окей, хорошо, что не будет проблем по мане. У алхимика не бывает проблем, в принципе, с хп, если его никто не харасит, не покает и не гангает. Здесь на миде будет очевидный инвокер. Через экзорт, кстати. Что вы думаете по поводу инвокера через экзорт? Много слышал историй. И вроде как многие прошники сейчас считают, да и в принципе многие игроки сейчас считают, что квас Векс Инвокер является более предпочтительным, скажем так, по игре. Ему проще стоять. Да и как будто бы буст по магическому дэмэджу тебе не нужен в самом начале. Ну посмотрим. Мне интересно ваше мнение. Чат, в любом случае, игрок уже принял решение. Это будет его игра, он будет показывать. Возможно... возможно, он просто гений. И будет попадать санстрайками. Как никто никогда не попадал. Ха. Виверна 4. Ну, да. А Виверна 4, думаете? А я что сказал? А, Тусик 5, Виверна 4. Да, действительно, так и есть. Слушайте, вы абсолютно правы. Ну, этот лайн тогда будет еще лучше смотреться, потому что... рейндж-герой на харде против Луны, которая на раннем этапе игры, в принципе, не так много может сделать. Это довольно здорово. Возможно, стоит игру потише сделать. Скажите мне, пожалуйста, в игре, по звуку в игре. А мы будем, давайте, пока с вами следить за крипстатами. Посмотрим, как алхимик постоит с инвокером. В целом, алхимик особо переживать по фарму, я думаю, не будет. Тем более, вот мы видим, что он кейсит, все у него хорошо, у него уже 5-0, 6-0.
Инвокер пока 3-1, один динай у него получился. Здесь по Тавра Максик, кстати, прикалывается уже с противниками. Есть щит на крипа. Подзорвали немного своих оппонентов здесь Акс четверкой, но... Ну так, разменивается ресурсами. Знаете, правда, фантомки уже действительно не так хорошо. У нее остался один танго. Тусик отходит. У него есть кровавая граната, если что, пообщаться, чтобы с вражеским саппортом. Луна, кстати, очень сильно страдает на топе. Надо, но мы пока никуда не уходим, потому что, может быть, здесь может умереть Гримстрок. Нет, у Гримстрока все отлично. А вот у Изилайна команды Дайр, честно говоря, все не так радужно, потому что... Ну, Луна сильно проседает по ХП, у нее уже не осталось никаких ресурсов. Есть 4 тангусика у Дизраптора, конечно. Сейчас он стакает маленький кемп, чтобы сделать отвод, хотя... Ну, потому как сейчас стоит лайн, точнее, вообще, в принципе, сейчас будет стоять лайн, как будто бы отвод... Да, ну, требуется, требуется. Да, у Луны все не так хорошо, она действительно сильно страдает. Ей надо принести себе какие-то ресурсы, у нее, ну, 7 стиков есть. Чатик, все, понял, чатик почитал, отвлекся. Но пока никто не страдает, смертельно. Но Луне определенно безумно неприятно. Да, еще один прокастик, в принципе, и она может отправиться в таверну, что не может не радовать команду Озон Шаркс, но... Боже, как ему неприятно, это просто жесть вообще. Алхимик, кстати, отходит в лес. Видим, зафармил уже один пак крипов. Сейчас стакает второй пак крипов. У алхимика все шикарно по нетворсам. Можно, в принципе, на нетворсы уже переходить. Мы видим, алхимик 2000 на 600 монет перефармливает уже инвокера. Но, кстати, вот если так подумать, то, возможно, медовый алхимик — это одно из лучших решений. Потому что если обратиться сейчас к последним месяцам, если смотрели турниры профессиональные там и так далее, то у алхимиков почему-то большая проблема по фарму в целом. Вообще, они не могут, как в старые добрые времена, вырваться вперед, а тут на Акса кладут Инксвелл и... Пауза у нас. Пауза. Ну, ничего не поделать. В принципе, фантомка-то здесь уходит, у нее есть блинк, она может спокойно прыгнуть на крипов. Здесь строк оф фейта нет, даггера, естественно, никакого нет, там никак ничего не зацепить. А тут, кстати, даже берсерк скола нет, чтобы... как-то удержать на себе оппонентов. Вот. И... Да, я думаю, что все здесь спокойно. Разойдутся команды с миром. Пойдут дальше фармить. Знаете, оба хардлайна получаются очень... Хардлайны-то легкие. А вот изилайну, который против них стоит, получается тяжело. То есть они такие... Такие ребятки, да? Такие. Хорошо, напикали. Уволен. Да, меня уже уволили, не переживайте, все в порядке. Блин, жалко действительно доту не постримить без задержки в 6 минут, а? Было бы кайфово. Я обожаю общаться с чатом. Это всегда очень весело. Ready, ready. Да, все, команды продолжают, все великолепно. Алхимик 2200. Что он фармит? О, у него стандартная сборка. Что вы думаете про алхимиков? Вот этих вот сэмми-кэрри, которых собирают через Радик Монта, Октарин Кор и вот это вот все. Лично мне претит эта сборка по той причине, что Алхимик Кор, особенно если он играет на изи-лайне, то есть он должен быть позади игроком, наносить дэмэдж в игре. Ну, там зависит, конечно, от пика, но тем не менее, недавно наблюдал такой матч на просцене, вот, и этот алхимик вообще не наносил дэмэдж, и типа эти алхимики вообще не наносят дэмэдж, мне кажется, это ужасно, нет? Так, у нас здесь может умереть Гримстрок сейчас, ему сбивают телепорт, есть ли какой-то даггер, есть, все отлично. Ну, Акса, наверное, стоит отпустить, тем более у него 10 стаков, сейчас еще может поджечь кого-то. Фантомку поджигать смысла нет, она хорошо фармит, и она быстро снимет себя, только ману потратишь. Что на топе? Луна. Ну, блин, Луне, конечно, неприятно. Она уже отстает от вражеского керри на 600 монет, но мы знаем, что она... Ну, пока на 500, окей, хорошо, преувеличил Лео немножко, простите, пожалуйста. Она умеет быстро возвращаться в игру, но ей для этого нужно...
как минимум выформить ПТ-мом. В принципе, она может выформить себе ПТ-маску и уйти в лес, конечно. И уже начать неплохо выфармливать. Раскачка правильная, раскачка кайфовая, немножко бима для лайна. Да нет, раскачка, понятное дело, что правильная, метовая. Сейчас будет раскачивать дальше глейвы и ауру. Бим в один в любом случае нужен, чтобы если что там сбивать ТП, мало ли какой залетный попадется. Дизраптору, дизраптору неприятно. Начинается, кстати, у нас первая ночь. Хотят ли дайвить за тавр? Я думаю, за тавр дайвить не хотят. Маны не так много у Найсталкера. На боте, кстати, Акс уже очень сильно наглеет в этот момент. Ну и если у тебя никнейм Муген, смотрели аниме? Да любое. В каждом третьем аниме есть персонаж никнейма Муген. Кстати, Муген врывается у нас под тавр, агрит на себя Тусика. Тусику действительно плохо, Тусик в сноубол. Так, сейвит себя, Акс не переагрил. Блин, Тусик отлетает в таверну. Мартретка под сайленсом, как же ему неприятно. Никто к нему не летит его сейвить. Может быть, Виверна бы здесь помогла, было бы здорово. Но вместо Виверны летит Алхимик, кстати. Алхимик хорош, Алхимик с ультимейтом, но... Акс раскрутился и съел единичку команды Озон Шаркс. Неприятно, конечно, получилось. Акса не забрать, он толстыч. А тут тем временем на топе дают еще минус 2. Вроде инвокер стянулся, хотел помочь, но получилось забрать только Виверну. И тут Найсталкер показывает свой скилл. Собственно, Виверна с Найсталкером вдвоем разобрались с тремя игроками оппонентов. Красавчики. Молодцы, 5-3 у нас по счету. Смотрим файт рекап. Я не знаю, какой это. А это все вместе, да, они сложили? Да, это Габен сложил для нас все вместе. Можно посмотреть. Смотрите, сколько урона по 4000 нанесла каждая команда. Здесь вот минус 3. Здесь кто-то у нас страдает, кстати. Гримстроук. Получится ли его здесь забрать? Есть ли даггер? Пока кулдаун. Акс, хорошо. Агро на двоих. Так, даггер пошел. Блинк. Пока кулдаун, окей, съел. И, в принципе, спокойно фантомочка отойдет. У нее все здорово. Сформит БФ. Пока нету ничего в квикбае. Непонятно, что фармит. Но это в любом случае либо БФ, либо, может быть, он сразу пойдет в дизоль. Есть еще варик вместо дизоля, конечно, собирать МКБ. Что может быть не ошибкой в данной игре, потому что Луна любит делать баттерфляй. Но мета, знаете, в последнее время с последними патчами слегка изменилась. Сейчас далеко не все коры любят делать баттерфляй, баттерфляй, как хотите, так и говорите. Все супер, хотим Пуджа видеть. Я бы с радостью вообще сам Пуджа наблюдал, честно говоря. Мне безумно нравится этот персонаж. Да кому он не нравится, давайте будем честны. Смотреть за Пуджом на турнирах один кайф. Конечно, для этого надо, чтобы некоторая храбрость, наверное, присутствовала либо у пикающего, либо у всей команды. Вот. Либо какой-то игрок формата Дэнди, знаете, вот этот вот исполнитель. Но если у человека прицел как бы настроен, то почему бы не взять, правильно? Правильно. Может быть, если первую возьмут одна из команд, то может быть и расчехлят нам Пуджа Минера. Слушайте, я бы посмотрел. Блин, Пудж Минер — это же вообще такая рафляна, обалдеть. Можно еще Чена туда на пятерку зарядить, если на Чене играть умеете. У нас, кстати, Муген подумал, что он очень мегасильный. Заходит под Т1, получает очень много дэмэджа, очень много орехов. Но вот агро, как же он раскручивается по троим, но дэмэджа не хватит. Пока не такая плотная, пока котлетка, хотел сказать, этот Акс. Пока у него только ВГ. Вот если бы был БМ уже. Ну, если бы был БМ, то у него... Ну, откуда ему столько денег, правильно? Луна тем временем, кстати, ушла в лес, а Найсталкер у нас здесь... Скушал Гримстроука вот здесь вот прям за тавером. Ну, ночной охотник, что тут можно сказать. Он любит дайвить. Он большой, сильный, он силовой, так сказать, персонаж. Стринджа его главный атрибут. У него много хп, есть хп-реген. На ранней стадии игры хп-реген сильно решает вместе с армором. Каждый поинт здорово. Тавера Т1 не так много дэмэджа наносит, так что да. Так, фантомочка, 1200, давайте смотреть, кстати. Луна отстает уже на косарь. Акс выходит на фантомку, даггера у него, как мы знаем, нет. У него только ВГшка, БМа у него тоже нет, но получается. Кстати, санстрайк попал, так хорошо, и разрубить пятюню дал красивую по фантомочке. Она простонала и отлетела, но что ж сказать. Ну, блин, Акс — это на самом деле хорошая контра фантомки, мы все это знаем. Он когда соберет себе Блейдмейл,
Игра Фантомки может, ну, не то чтобы закончиться, но ей правда станет безумно неприятно. Кстати, Найсталкер через парный портал прилетает на бот, но здесь залетает уже... Ой, хороший ультимейт от малинового Сима. Вот. Акс, кстати... Блин, Акс прекрасно играет, но немножко... Немножко бы умерить его пыл, да? Все-таки хорошо стоял, прекрасно по фарму, вроде может сноуболиться, может давать киллы, но... Чересчур дайвит все-таки, мне кажется, за тавер. Сейчас Гримстроук ему не дает хп реген. Там, по-моему, сейчас только талант, да, есть? Я, сори, про саппортов. Даже с таланта не дает. А что, Шарда дает? А, Шарда дает хп реген, да, я понял. Окей, по-моему, так всегда и было. Там и не было, по-моему, талант на хп реген. На Инксвелл только Шарда было. Ладно, что у Инвокера у нас? У Инвокера есть медасик, он хочет себе дагер, не делает себе урну. А вот дагер, потом урну, хочет врываться в файты под Акса, раздавать прокасты. Это может быть хорошей идеей, если получится реализовать, а потом, собственно, исполнить. Ну, Луна у нас, я думаю, про нее в целом можно забыть на ближайшие минут 6 нам с вами. А вот команде Ozone Sharks я бы не рекомендовал забывать про Луну. Потому что, как мы знаем, с ее шардом, кстати, с мунглайвами активными, она-то с милишниками очень любит файтиться. Неважно, на какой стадии игры. Ну, больше, естественно, в мидгейме и в лите. Вот, поэтому моя рекомендация подъехала. Там, смотрите, через 6 минут будет реакция, не будет. Если будет, значит, стрим снайпят. Но в любом случае, нельзя забывать про вражеского керри, особенно когда он уходит в лес, потому что, как мы знаем, в лесу денег-то очень много, если не мешать. То это странно. Надо выполнять какие-то активные действия по карте, активных действий пока никаких не предвидится. Все... Обе команды у нас выполняют качку, собственно. Алхимик вообще не против. Он к 30-й там вытащит свои 6 слотов, может быть, даже 7-й кому-нибудь подарит, получит бонус с этого. Поглядим. Поглядим. А как вам, кстати, шард на алхимика? Я вот все пытаюсь разобраться в этом шарде и понять не могу. Вообще, он value или, честно говоря, такое себе? У нас тем временем алхимик, говорю, Акс прекрасно запрыгивает в мид, агрит алхимик. Алхимик все-таки выжил, прожимает себе ультимейт. Найсталкер сюда прилетает, сайленсом этого съедают точно. Аксик опять в таверне. Красная котлеточка не получается. А что это такое? Дизраптор вернул. Ну и драка у нас закончилась, собственно. Нет, не закончилась. У нас здесь еще Гримстрока забрали. Гримстрок оказался вообще вне позиции. Интересная позиционка от четверки команды Gigazone Squad. Найсталкер, что ты здесь делаешь, брат? Он пытается съесть инвокера. Ультимейт отдает здесь дизраптор. У нас возвращает тусика. Тусик, получится ли? Да, задоджил через сноубол. А ульта есть? Ульта есть. Он хотел застилить. Он сделал это? Почему нет? Когда не делали? Когда не делали? Блин, ну это уже какая-то, это, знаете, уже затяжная туда-сюда, там убили, тут отдали, вот это вот началось. Но алхимик точно съедает Гринстрока второй раз, и здесь бы уже, наверное, подвыйти надо. Да, Акс промахивается, кстати, малинового сума возвращают у нас обратно в файт, Акс крутится. Любят они бить Акса, короче, я понял, но Блейдмейл нет. Замаксил, кстати? Да, замакшены, Блейдмейла, к сожалению, пока нет, поэтому... Аксик мог бы в драке, конечно, выдавать больше дэмэджа, но... Слушайте, а Потнич? Потнич, вы видели? Он Power 30 переключает. Переключает костыль на интеллект для того, чтобы прожать Mask of Madness. Потнич на... Потнич на Луне! Алло! Ладно, это на самом деле классический мув. Я просто рад видеть, что игроки действительно это делают. Это обалденно. Это очень здорово. Так, раскручивай здесь баночку у нас на инвокера. Вижен есть, невидимый, неуязвимый. Вижен есть, окей, хорошо, Войд нападает. Так, хорошо, Войд, это заклинание, я имею в виду. Напали, оторвали здесь немножко кожи от инвокера. Понимаю, алхимик дальше раскручивает. А дагер есть, можно ворваться, дизраптора раскатать. Туда-сюда с ним сделать вот это вот. Инксвелл на дизраптора, так, хорошо, ультимейт. Но зачем ты это сделал? Нету никакого продолжения, как будто бы поспешные решения принимают команда Gigazone Squad и конкретно их
саппорт Disruptor. Ни в коем случае без негатива. Ох, Акстриду 2. Напа когда-то был титаном, потом пить начал, скатился. Пить воду, я так понимаю. Ну, когда ты начинаешь жить здоровой жизнью, так сказать, да, бывает. Приходится дропнуть доту. Больше не засиживаешься вот это вот до 5 утра в матчмейкинге, знаешь, там, типа, до победки, так сказать, вот это вот. А у тебя там луз-стрик 12 игр. Я вас понимаю, ребята. Ладно, надо же было как-то выруливать отсюда, чтобы не осуждать, верно? Верно. Так, окей. БКБ у нас, кстати, почти готова на алхимика, у него огромное преимущество. Вот, я вот про этого алхимика говорил, вот про этого вот, которых... Какого-то фига... Нет, я согласен. Возможно, если по математике посмотреть, то алхимика через семикора собирать действительно value. И как бы там... Обычно это алхимик тройка, но вот недавно на турнире, не скажу на каком, показывали нам алхимика кора. Ну, то есть единичку, который собирался через семикора такого, без дэмэджа, без урона, без скорости атаки. Ну, без ДПСа, грубо говоря. Раскручивает баночку, хочет алхимик прыгнуть в инвокера. Получится ли у него здесь его убить? Наверное, не получится, ведь вижена нет. Сейчас в инвиз просто уйдет. Подождите, а инвокер? А ты можешь просто зачейзить его, он умрет? А он его чейзит, все, он сгорел. Боже мой, какой анлак. Какой анлак для инвокера. Залетаю здесь, кстати, хорошая связочка. Soulbind по двоим. Скоро ли там будет еще один агро? Агро уже есть, нажимает. Хорошо, тут не тому пятюю дал. Ты чего, брат, проснись. Сейчас алхимик вас всех съест. Боже, это ультракилл, он скорее всего не отпустит. У него уже есть кулдаун, прошел ультракилл на алхимике, да он огромный. Он огромный. У него БКБ с этого файта. Болит. Болит. И знаете, в чем вся тема? Да в том, что это без фантомки драка. А Луна вообще пока еще не готова драться. Дело в том, что в скилл-билде, ну, в принципе, в заклинаниях персонажей, фантомка уже может драться. Она готова влетать и давать кучу дэмэджа. Вот, видите, по 350 с крита. Ну, это по крипам, окей, наверное, по герою там 250 будет, допустим. Но 250 это все равно достаточное количество дэмэджа, особенно по саппортам, это четверть его хп. А Луна вообще не готова драться, вот. У нее был очень плохой лайн, сложный, тяжелый. Несмотря на то, что в легкую линию пошла, но... Она не готова драться, у нее мом Яша... Не, ну, в принципе, готова, конечно. Сейчас бы левел еще получить, чтобы Эклипс вкачать. А лучше бы даже два, чтобы вкачать Эклипс 2. И тогда уже действительно можно заходить, там БМов ни у кого нет. В принципе, ты будешь шикарно себя чувствовать. Есть только БКБ на алхимике, но алхимик... Блин, на самом деле пик команды Radiant, вот сейчас я не обратил на это внимания. В целом вообще об этом не разговаривал, потому что ГБ у нас там спрятал героев на стадии пика. Но пик команды Radiant выглядит куда более интересным по файте. Мы видим эту инициацию, и мы видим продолжение, и даже если что, контрнападение от Виверны, и как-то развернуть файт можно. Это, знаете, вот из формата, если у тебя есть нага, прожимаешь сон, готовитесь к файту. Здесь ты можешь нажать ультимейт Виверны, может быть даже кто-то умрет, тем более там Луна. И у инвокера дэмэдж есть в руке. Ну, ты, наверное, захочешь скорее кора какого-то убить. Возможно, даже инвокера. Да, невидимый, неуязвимый инвокер опять. Фантомка отсюда убегает. Так, у нас драка. Ага, ультимейт дизраптора. У дизраптора ультимейт пока, кстати, свой не ставил. Вот он ставит свою ульту. Хороший soulbind был, но окей, закончился. Там уже тиммейт умер. Малиновый... Сум у нас здесь пытается убежать. Санстрайк и правда гениальный, кстати, от инвокера. Он попал пока всеми санстрайками, которые я видел. Правда, их было не так много. Припомнить могу только один, это был второй. Не задумывались, кстати, почему на драгонскейле, если это чешуя, здесь шип... Не шип, это коготь. Ведь на чешуе не бывает когтей. Дракон, ты что, ненормальный? Как же они чейзят? А откуда вы знаете, что она здесь?
А, они просто чейзят. Это был кол просто сыграть агрессивно, зайти в двойку, может быть, найти фантомку, алхимика, кого-то убить. Ну, хорошо, вообще, на самом деле, подходящие персонажи для этого ходили у Луны. А, у Луны нет ультимейта, она только что его отдавала. Ой, Акса у нас здесь находит в миде, и, скорее всего, оторвут ему лицо. Все-таки, пока он в сайленсе, он ничего нажать не может. А вот БМчик и сагрил на себя пачку, можно на развороте ее... Хорош, блин, алхимик залетает, алхимику вообще все равно, он в БКПшке, его не вернуть, ничего с ним не сделать, он просто сетапит такой прекрасный файт на развороте для своих тиммейтов, и дизраптора находит, дизраптора убивает, он в шедовом амулете пытался мальчик спрятаться, не получается, беги, Дизрич, боже, что они делают с тобой, болит! Пу-пу-пу... Как я и говорил, смотрите, кстати, Луна действительно вернулась в игру по фарму. Она даже перегнала фантомку, видимо, фантомка где-то по фарму немного просел. Может быть, какие-то десижены там неправильно где-то принял, что-то не то покачал. По-моему, в двойке он вообще мало находился, мало фармил эншентов, поэтому так получилось. Но дело в другом, тут алхимик. И алхимик сейчас позицию один выполняет. Вот, и от него весь импакт, весь дэмэдж, ну как позиция 1, ладно, это мидер, мидер так и должен играть, давайте вот это вот, есть такой персонаж, если не все знают, то в принципе можно об этом говорить, CCNC, вот, да ладно, что я начинаю, Квин, короче, вот, и команда Gaming Gladiators всегда отыгрывает именно от него, под него и от него по игре, и если у Квина игра идет, Gaming Gladiators забирают матч 100%, 10 из 10, всегда. Если Квину игру не сделали, то у них начинается уже вот эта вот мышиная возня туда-сюда, непонятно что делать, там дурачье нафидел, блин, парни, да что не получается, Эйс деньги не вытаскивает и так далее, вот. Собственно, да, и здесь у нас алхимик такой же, только он это сделал сам с собой, потому что у него есть пассивка, жадность Гривела. У него полно денег. 20 тысяч, 10 тысяч перефарм вражеских, неплохо сказал Лео, коров. Вот, это две шмотки, то есть вот у него вот первая шмотка, вот эта вот, и вот эта вот вторая шмотка, вот, он перефармливает. А зачем вы сюда пришли? Окей, напали, ага, Дизрича уже оторвали, уже отправили пить пиво в таверну, и Луна туда же отправляется, и Гримстроук уже там вместе с ними, уже троица, и они там, собственно, Войд на Акса, на Инвокера не надо, он там быстрый, сагрил Найтсталкера, а, Алхимик хочет Инвокера найти, Алхимик Инвокера нашел, и это фулл тим вайп. Команда Озон Шарк здесь проводит великолепный файт после Рошана. У них есть все ресурсы, чтобы просто зайти сейчас на базу и сломать ее. По байбекам мы видим, что есть байбеки у нас сейчас у Гримстроука и Дизраптора, но толку от этих байбеков. На самом-то деле уже резнулись. Они не хотят заходить. Они хотят поиграть в китайскую доту, размеренную, по книжке, пойти... Пофармить, попушить, у нас преимущество 18 тысяч примерно, парни. Я большой, алхимик говорит. Все хорошо, торопиться некуда, они мне ничего не делают. А ведь это правда. Действительно ничего не делают. Осуждаю некоторые сообщения в чате, ну ладно. Это я про вот этот вот излишний негатив, если что. Ну ладно, ну ладно. Чатик, пишите, давайте. Рад поддержать с вами буду разговор. Конечно, задержка, 6 минут. Ну. А нам с вами вообще не привыкать ведь, правильно? У нас часовые пояса в стране. Друг другу звоним, общаемся, неважно, сколько часов разница, правильно? Да, давайте, 6 минут, что это вообще? Это пыль. Пыль, бумага, цифра. Погодите, они Рошана не забирали? А, они... Боже, я сплю. Потому что я уже увидел, что они Рошана забрали, после этого подрались. Поэтому они не пошли на ХГ. Все, сори. My bad. Я понял, принял. Я просто увидел идеальный файт. И подумал, что у них действительно уже все по текстбуку выполнено давным-давно. Теперь есть Аегис у алхимика. Он вообще ничего не боится. Под ультимейтом будет заходить, пушить лайн. И никто ему... Ничего на это даже и не ответит, вот в чем дело. Что же ему можно ответить на это? У Акса ничего нет нового. У него есть БМ Dagger Vanguard, и казался он большим на лайне.
Ну, видите, у него счет 4-7 уже, много раз умер на лайне. Вот эти лишние смерти, которые ломают твой темп фарма, все-таки имеют некоторый импакт на игру, да. Акс на реакции, окей, хорошо. Алхимик запрыгивает, взрывает у нас здесь акса, прожимает БКБ, тусик. Ну, такое уже, честно говоря, инициация прекрасная для команды Radiant. На ТПшке никто решил не лететь, где-то еще Дизраптор погиб. Ой, Дизраптор, говорю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, разваливаются здесь совсем команда Дайр, но окей, неплохая ультимейл. Окей, Акс прекрасно заколил, хорошо, вернули здесь Найсталкера. Дизраптор с байбека погиб, но свой импакт внес. Получилось убить Пашку, получилось убить Тусика, может быть получится что-то здесь все-таки одефать. Ну, действительно, получается адефать, у алхимика ультимейт закончился, он пока боится заходить. Вот он уже накручивает, на самом деле не боится, говорит, что там акс у нас с байбека, давайте мы его съедим, и вообще страшно перестанет быть. Собственно, так и становится. Подходят, слушайте, Луна с ультимейтом почему-то не дайвит дальше. Вот, хорошо, Найтсталкер минус, можно еще и алхимика забрать. Алхимик на реакции, ему дают глиммер. Он убегает, и малинового нашего мальчика на драконе хотят поймать. Ну, кстати, алхимик, сколько дэмэджа с баночки, боже. А луна-то ничего не делает в хилочку виверны. Ладно, окей, хорошо, съели. Съели алхимика. Вот если получится алхимика поймать, на самом деле это будет прекрасный файт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Алхимик-то у нас на тестостероне. И закатывается туда еще тусик. И они дают минус по луне. Просветочка, ты думал, ты неуязвим, но неуязвим тут я. БКБ нажимает, и фантомка уже, кстати, в драке. Боже, какие быстрые кулдауны смерти у команды Radiant. Они уже резнулись. 17 уровень, 16 уровень. Понял. Луна из-за того, что пришла в файт и получила экспу с 3 киллов, ресается 40 секунд. Мартретка ресалась быстрее, потому что она 16-го лавла. Потому что быстро умерла, реснулась и пришла обратно в файт. Блин, ну это, конечно, смешно все. Механики доты, что тут сказать? Занаглели втроем. Да, было. Было-было. Блин, алхимик огромный. Чё собираешь, брат? Собирает себе... Почти сделал, кстати, похоже, он себе уже... Да, он сделал. У него Abyssal. Abyssal Blade. У Мартретки у нас есть BF, BKB, Dissolve. Собственно, Nullifier собирается делать. Ну, хорошее решение, если вдруг там кто-то ветра соберет и так далее. Кстати, вы видели рейндж, с которого Мартретка показывается противнику? В курсе, да? Прикол вообще, мем. Совсем не имба. Здесь эти БКБ у нас прожимает инвокер. Нападает у Найсталкера, может быть получится его убить. Но тут кинетик филд кривой. Статик шторм в никуда, как же обидно. А вот зачем он делает нулифайр. Но в принципе здесь и так сейчас все получится сделать. Потому что госцептор заканчивается. Чуть не хочет прыгать он на гримстроука. Ведь там акса нет, в принципе не страшно. Луна там, кстати, лес фармит, может быть вижн поставить. Тут, кстати, есть имбовый вард. Можно вот сюда вот лупануть. Ага, окей, так, луна, луна, ага, так, и сноубол, и, в принципе, без байбека у нас погибает луна, к сожалению, 13700 нетворса, что-то купил себе. Да, он почти купил себе БКБ, но... Ошибся в позиционке немножко. У нас керри команды Дайр, Гигазон Сквад. Все-таки, когда противники настолько близко, наверное, если хочется дофармить, стоило бы улететь. Ну что ж, уже поделаешь, правильно, правильно. Это дело прошлого. На диване-то вот так вот сидя, как я. Все мы умненькие. А ты в игру зайди, поиграй. А я поиграю, я вам так скажу. Я зайду, я поиграю. Ну, после турнира. Безусловно. Ну а кто я, чтобы не играть в игру Dota 2? Алхимик у нас тем временем разряжает свой ультимейт в миде, у него дабл дэмэдж, он спокойно ломает, ему никто ничего не может сделать, у него там уже БКБшка должна была откулдауниться, да, у него все есть. Ничего не в кулдауне, кроме ультимейта. Акс его агрит, окей, хорошо, хочет вывести по Т-34 себе на базу, но не получается, Дизель все отдал.
принципе, может умереть. Но, конечно, бы не хотелось. Но кто его спрашивал? Вообще, БКБ нажимает здесь Мартретка, БКБ нажимает Алхимик, заходит, дает Эбисал, дает коктейль во вторую, собственно, раскладывают их здесь, кладут на лопатки через болевой. Вообще ничего не может сделать команда Дайр. Гигазон Сквад не могут драться сейчас. Не готовы они драться. Нету БКБ на Луне. Не может она просто стоять в файте и настреливать, к сожалению. Очень много отдали. В ранней игре. И в частности, очень много киллов получил Алхимик. Он слишком большой. 30 тысяч на Творса на 30-й. Это имба. Этот персонаж имба. Будут ли его банить в next игре? Не знаю даже. Специально не комментирую то, что сейчас происходит вот здесь вот под фонтаном, потому что это, мне кажется, комментировать уже моветон. Тут и так все все видят, и так все понятно, потому что когда ты идешь убивать врагов под фонтан, это значит, ты уже, ну, совсем обнаглел, скажем так. Акс? Эх, не затаймил немного. Ну ладно, ничего страшного, что ж тут поделаешь уже. Могли, кстати, две стороны забрать. Решили сыграть не так академично, как... Сыграли бы какие-нибудь LGD, IG, Extreme Gaming и так далее, и же с ними. Ну да ладно. Да все, он готов. Он готов выфармливать для своих тиммейтов аганимы. Для кого хочется в первую очередь аганим, кстати, выфармить? Наверное, не для Виверны все-таки. Я думаю, для ПАшки, кстати, да. Ну да, 100%. Ну ладно, не 100. Кстати, возможно, даже лучше Тусику. Будет еще проще закончить игру. В любом случае, это будет либо ПАшка, Тусик, Виверна, либо Найсталкер. Как вам такое? Ой, хорошо получилось. Ладно, я думаю, что все-таки Тусику, но сейчас поглядим. Если бы получилось раньше для ПАшки вытащить его, я думаю, это бы действительно имело value. Но у ПАшки даже шарда по какой-то причине. Они, кстати, не убивали шард, да? Ни одна из команд не убивала шард на 20-й. Уже 32-я. Все еще шарды стоят. Ну, ничего, такое бывает. Тут как будто бы по игре-то и не до шарда было совсем. Особенно команде Дайр. Хотя в такие моменты наоборот. Когда ты проигрываешь, наоборот, нужно начинать играть по учебнику, как по мне. Зачастую это может помочь вам исправить ситуацию, поскольку ты запрыгиваешь просто вот так вот, серьезно. Боже, какая грязь. Бедный дизраптор, оказывается, в таверне. Здесь под сноуболом Тусик, под фонтан катится, вообще ничего не боится. Говорит, да мне все равно, они мне ничего не сделают. Залетает Найсталкер, вынуждает Луну прожать БКБ. БКБ нажато, ультимативная нажата, но дэмэджа нет, не хватает урона. Луну Найсталкер в соло просто съедает, чуть-чуть не хватило. И почему-то все встало. Окей, хорошо, ГГ, good game. Сдается команда Gigazone Squad. Это, видимо, от ГГшки мы так зафризились. Собственно, понимаю, что я могу здесь сказать. Игра на самом деле была крепкая, игра была хорошая. Давайте наблюдать за тем, как у нас выглядит статистика команд. Отправляемся на статистику, давайте посмотрим. О, у меня тут музычки нет. Давайте я тут музычку, кстати, подрублю. А почему бы нет? Так, нет, не вот этот источник, давайте вот этот источник, кстати. Пу-пу-ру-пу-пу. Ага, ага. Давайте статистику тогда посмотрим. Знаете, вот это стандартное, когда что-то почему-то не работает, просто потому что не хочет. Люблю, когда так. Так, ну давайте наблюдать, собственно, что у нас. Глядим. Музычка есть, поехали. Давайте, под тревожное музло. Собственно, что? Да что тут вообще оценивать? Алхимика 16-0. Не, ну серьезно. Кстати, у нас гейм-координатор Dota 2 упал, могли это наблюдать. Вот, 16-0 Алхимик, 33 тысячи на 33-й минуте, 37 тысяч даже на 33-й минуте. Ну, так а что тут обсуждать тогда вообще, я не понимаю. Собственно, получается, что да. Следующий кадр, пожалуйста.
Понимаю. Понимаю. Кстати, не должно лагать. Если что, у меня гигабитный интернет. Я не знаю, как вообще это возможно. Ладно, в любом случае. 16-0 Алхимик. 6-3 у нас Виверна. 8-6 у нас Тусик. 7-2 Найтсталкер. 12-4. Все в КД вышли. Все молодцы. Все красавчики. Сюда мы смотреть не будем. Мы говорим только о положительных моментах. Правильно? 36 тысяч дэмэджа за 37 минут, это за 33 минуты, это больше, чем нужно давать, мне кажется, ну реально. Ладно, мог бы дать еще больше, если бы был каким-нибудь зевсом, я думаю, но тем не менее. Впитал он 33 тысячи урона за 33 минуты, ну кстати, получается все примерно закономерно для этого алхимика, да? В принципе, шел по таймингам. 33 минуты, 37 тысяч дэмэджа, 33 впитал. Да, шел по таймингам, получается, пришел к победе. Молодец, красава. Собственно, что-то еще обсуждать. Игру мы смотрели, все мы и так видели. Нечего здесь вообще совершенно нам с вами наблюдать. Уходим на небольшую паузу. С вами, как я уже говорил, Леонард Samurai Attacks Lee. И как вы думаете, почему у меня на правой руке перчатка? Оставляйте свои комментарии в чате, а мы скоро... вернемся, пока. Пауза.
Би-би-би-би-би-би-боп-би-боп. И мы обратно врываемся с вами, ребята. С вами Samurai Tax, и это Озон Cyber Cup. Собственно, у нас дальше сражаются коллективы Gigazon Squad и Озон Sharks. Это Best of 3, если вы вдруг забыли. И это второй матч нашего противостояния. Озон Sharks забрали первую карту. Представьте здесь визуально циферку 1. Собственно, вот. Не изменяют себе Gigazon Squad. Банят снова Тинкера, банят Виверну, Верку, банят Алхимика, Магнуса и Гримстролка. Ага, вот такие вот дела. Понял. Координатор упал. Ну, давайте. Пообщаемся с вами пока здесь. Собственно, да, все мы с вами знаем, такое бывает в Доте, да? Такое происходит. Это не координатор упал, это у меня интернет упал. Да что происходит? Интернет, вернись. Да, дамы и господа, знаете, так бывает, когда придется после стрима пообщаться крепко со своим провайдером. Ладно, гигабитный интернет, он такой. Ладно, приколы, продолжаем. Собственно, что у нас здесь происходит? Давайте дальше смотреть. Собственно, Лич, Течес и Даунбрейкер у нас для команды Gigazon Squad пикнуты, и у Озон Sharks на данный момент Spirit Breaker Crystal Maiden. Интересный пик. Будем смотреть. Будем думать. Будем наблюдать. Так, тем временем забанен у нас Doom, Кентавр, Тайдуха. Здесь они себе не изменяют. Тимбера забанили все так же. И забанили еще и Марса. Слардар в харду. Это интересная связка 3-4. Слардар... Spirit Breaker. Ну, если это будет так, конечно. Можно в теории Слардара мид поставить. Или даже Spirit Breaker поставить мид. Что ж. Интересно. Steam очень прикольно себя ведет на данный момент. Мы все можем с вами это дать. Попуру-попуру. Надо это все фиксить, да? Что ж, ладно, пойду пофикшу. Сейчас как пофикшу, сразу к вам вернусь, гайз. Буквально пару минут. И бог любит троицу, черт возьми, как если... Ну что это, если это неправда, верно? Я тоже так думаю.
Так, ладушки. Пики команд. Арквардан, Слардар, Кристал Мейден, Спирит Брейкер, Лич, Тичес, Даунбрейкер. Хо-хо-хо. А как определить, куда пойдет Арквардан? Вот я знаю точно, куда пойдет Пак. Знаю точно, куда пойдет Даунбрейкер с Тичесом. Скорее всего. Скорее всего, с Тичесом. И, собственно, Лич. Я думаю, что пост 5. Вот. Пак, мидер. Угу. На самом деле пик сверху хорош, но нравится ли вам Даунбрейкер, кстати, вот такой вот вопрос. Потому что в целом по игре она, конечно, может насноуболиться, но есть такие коры, которым она ничего не делает. Попуру, попуру. Надо смотреть, надо думать. Забанили тем временем у нас лайфстилера Гигазон Сквад. И пока Зон Шаркс крепко задумались насчет того, кого им подбанить. Кстати, дополнительный резерв тайм заканчивается, остается 2 секунды. Выберут ли они вообще кого-то? Они никого не забанили, у них время кончилось. Может быть, это не у меня одного происходит? Вот в чем вопрос. Тик-тик-тик-тик-тик. Пойду загляну в Дискорд. Ну-ка посмотрим. Давайте узнаем. Сообщений пока никаких нет. Ладно, смотрим дальше. Возможно, действительно просто... А, и... тролль появился? Он просто подгрузился? Габен? Хорошо, дота в бете, я понял. То есть забанили тролля Озон Шаркс. Сейчас очередь Гигазон Сквад. 5 секунд их времени, плюс 13 резерв тайма. Там по бану одну фору дали. Вот я тоже так подумал, но в итоге... Инсайды подъехали. Но в итоге тролль оказался в бане. Я сам ничего не понял. Ну, ладно, чего. Давайте не будем на этом заострять внимание. Поедем дальше. Нага Сайрон. Вот так вот. А есть ли здесь скитер? Хочется надеяться, что Муген на Даунбрейкере сыграет немножко лучше, чем на Аксе. Все-таки у него на лайне так хорошо все было. Если бы не умер те три раза... Может быть, игра бы и развернулась в другую сторону, потому что у него действительно были предпосылки к тому, чтобы выйти очень большим, все понятно. Это пост 2 Ember Spirit медовый, Arkwarden Carry, Slardar 3, Crystal K5, Spirit Breaker 4, я так думаю. Ой-ой-ой, осуждаю в чате, что происходит, осуждаю. Ладно, опять баны пропали куда-то. Ну, героев уже пикнули, в принципе, они нам уже сейчас-то и не нужны. Кстати, скин на Течеса очень прикольный. Даунбрейкер тройка, пак медовый, Нага Сирена Кэрри. Нага Сирена, знаете, сейчас в шикарной зоне находится, ну, сам персонаж. Вот, я считаю, что это один из лучших Кэрри. Конечно, зависит все от пика. Будем смотреть. Отправляемся, давайте с вами потихоньку в игру. Прекрасный переход через музыку. И мы, собственно, продолжаем. Так. Что у нас по закупу? В принципе, все, я думаю, будет стандартно, как всегда. Ничего особенного. Команды даже, кстати, встречаться друг с другом здесь не планируют сейчас. Смоки никто не нажимает. Никто не летит ставить быстрые варды. А, вот, смоки прожали. Окей, хорошо. Ну, у команды Гигазон Сквад, в принципе, есть шансики здесь хорошенько подраться. Осталось только найти противников. Кстати, могут зачекать вард на миде. Не использует эту механику у нас здесь Гигазон Сквад.
Но Сентряк его точно видит, поэтому получится у мидера команды Radiant его снять. Пак у нас рейндж героя, в принципе, из двух тычек. Если ему Эмбер позволит, спокойно его заберет. Заходит за Т1 здесь Муген. С мистером Карамбой и Течисом. Так, находят. Понимают, что смог спал где-то здесь враг. Но тут столько деревьев, что непонятно. А лесоруба с ними нет, потому что он в бане. Так что быстро никого и не найти. Но, в принципе, на первом левеле и Тимбер бы особо не сделал. Я с тех пор пробую выключить и включить. Да я бы с радостью. Я причем сначала действительно подумал, что это Ростелеком, а в итоге, похоже, это просто Steam был у меня. Не знаю, не понял ничего. Я не понял по форе насчет пика банов, кстати, потому что действительно бана не было. А в итоге бан тролля все-таки. Интересно, конечно. Ладно, тортик у нас на Слардаре в троечке вместе с ЦМкой. В принципе, лайн очень хороший, очень сильный, но ему будет неприятно стоять с Нагой. Поглядим. В целом, Лича убивать у них есть все шансы. Если настакать, то все будет очень мега круто. Смотрим на мид. All fine. Все в порядке стоит против лучше, чем ты. Better than you. Не получается пока у Пака забрать первого крипа. Может быть, с этим получится. И с этим не получается Эмбер за Denial. Но Эмбер, в принципе, неплохо стоит против Пака. До 3-4 левела. Там уже будем смотреть. У Пака появится дэмэдж. Но у Эмбера есть магический щит. Все мы знаем, как это работает. Кстати, Баратрум действительно 5. Баратрум не 4. Все-таки немножко нестандартно они ставят свои линии. Хотя, если так подумать, то ЦМ-ка гораздо лучше смотрится со Слардаром, чем... Баратрум, потому что дабл мили лейн против Наги с личом, ну фиг его знает. Нага наказывает такой лейн своим рептайдом, очень неприятно там стоять. Опять без пуджа, да я согласен, вообще, что за бред? Где пудж? Пожалуйста. Вообще. Аркварден забирает у нас здесь шишечку. Так. А, Гейб больше не пишет. Ага, я понял. Ладно, я понял, хорошо. Раньше просто было прям написано, какие бонусы у спиритов или минусы, если хотите. За Дайр, какие за Рэдиант он Куру отдает. Арк отдал Куру, но успел забрать стики. Ему здесь повезло. Что у Пака на миде? Пак на миде сильно страдает, у него 5-0 против Эмбера 12-4, Эмбер выходит вперед по крипстату сильно. Динай дальник, если сейчас еще бизнес-крипа заберет, то это вообще бувалех уже начинается. Окей, бизнес-крипа Пак забрал, все хорошо у него, плюс-минус сейчас по денежке. Слардарчик. Должен нести себе уже брейсер. Что там у тебя в куре? Брейсер-стики, все хорошо. Малиновый, так, хорошо, неплохая колба по Наге. Наге очень неприятно, там должно быть уже настакана. Бладгранатка пошла, может быть получится догнать под глад... Она умирает! Она умирает! Болит! Ладно, окей, тем временем драка на топе. У нас еще здесь башек будет, башека не будет. Застанили здесь Баратрум, а Баратрум умирает. Не получится догнать, получится догнать минера с помощью спирита. Так, ага. Ну, этот молодой человек на арке точно умеет играть. Размен... Ну, туда-сюда, скажем так. И все-таки какое-то преимущество у нас остается за командой. Дайр, но не так много. Кстати, смотрите, ГПМ сейчас у ЦМ-ки был самый большой, 500. Где он? ГПМ. А, все, упал. Только что ГПМ 500 был у ЦМ-ки, что-то я сильно удивился. Ну, это очевидно из-за килла, конечно же. Тяжело, наверное, комментаторов в таком матче интригу держать. Да я бы не сказал, тут ведь все зависит на самом деле от исполнения. Конечно, да, есть некоторые плюсы и бонусы, скажем так, по пику. Но лично я считаю, что Пак очень сильный по игре, если он не проиграет свой лайн в салат. Вот, ну надо смотреть, пока, конечно, Эмбер у нас немножко впереди.
Все-таки нужно будет мне пообщаться с провайдером после первой катки. Вот. Собственно, как закончится первый матч, я думаю, что я с ним пообщаюсь. И там посмотрим, надо ли мне будет перезагружать роутер. Надеюсь, что не надо будет. Ладно, поглядим. Просто надо, чтобы они перестали вот это вот делать. Ладно, продолжаем. Все, закончили упражнение.